Судим оценки приготовить.
обратили на страховая судье 8,67. Оценки показать. Мы приглашаем Дубль Евгений Новосибирск, приглашаем подробно Александра Владимировича. Судим оценки приготовить. Окончательная оценка от коллеги Семена 8,38. Оценки показать. На ковер приглашается Золотарев Илья приготовиться к Дубль Павел.
делаем тоже лучше. Судим оценки приготовить. Окончательная оценка Каменного Григория 8,98. Оценки показать. Наконец приглашаю Казуханов Альберт Екатеринков приготовить оценку Максим Старапов. Судим оценки приготовить. Окончательная оценка Авакова Бориса 8,17. Оценки показать. На ковер приглашается Соловьев Андрей Липец. Приготовится Кошин Святослав Саратов. Судим оценки приготовить. Судим подойти к своему старшему.
Обрати внимание, не на шпагате, корпус не спускают. Для чего? Так чуть позиция выдержится. Давай, давай! На камеру приглашается Медведев Владислав, приготовится Герцог Юрий Московской области. Сегодня подготовлю.
Пусть будет. Пусть всем сравнить, показать ребята. Ну, смотрите, это по-моему, смотрите, это по-моему. Вам опять на DVD что ли сделать? Ну да. Там качество намного выше и лучше. Ну, честно, ну, честно. Прыжочек подвоил. Нет. Thank you.
Тебе не хочется пойти? А? Понятно. Чувствуешь, как ударяет? Где она? Тун.
Смотри, где. Вчера был приезд на участие соревнований. Россия кушает. Сегодня привет. Вот это побыстрее скорость, чем тебя. Лёда? Да. Сейчас забыл. И рисунок. Смотри, он рисунок делает. А у тебя одно движение. Ну вот сейчас узнаем, какая оценка у меня будет. У меня уже очень много ошибок было. Ну, только еще лучше, я тоже не понял. А? Ну, все равно не держи. Ну, как будто только сейчас только лучше. Нет, он, конечно, очень слабо делает. Очень. Сейчас посмотрим, какая оценка ему будет. Смотри, рисунок выделывает. А у тебя что? О, молодец, здорово сделал. С самого начала. Посмотри опять. Рисунок. Блин. Не, он дорогой. Опять клинет не сделан. Для чего надо работать, просто мог тренироваться. Ты вроде здорово начала. Да.
Давай.